хочется подойти, обнять. Долго-долго не отпускать. А лучше вообще никогда не отпускать. Потому что он настолько дорог, что без него не мыслишь свою жизнь. Любишь его. Остывший кофе, не кофе, замученный рассудок. Не понимает, за что, не зная, люди судят. Вроде что нежность и любовь уже давно пропала. Красные глаза его от срывов, постоянно скандал. Что не ценю его, что поступаю как бесполый. Что не хочу уступать в спорах, это то. Рассудок не понимает, что это мой характер. И что играет в любовь, как шашки в фарсе. Я бы хотела за все попросить прощения. Поговорить по душам и принять решение. Но пока я в заложнике собственных амбиций. Уже подходит время окончательно проститься. Я не хочу тебе врать, не можешь ты признаться. Не надо говорить, что